Около 50% рекламы и маркетинга находится в сети, в веб-пространстве. Маркетинг и реклама становятся высокотехнологичным видом деятельности и бизнесом соответствующим, высокотехнологичным. Ну, в первую очередь речь идет о технологиях Big Data, работа с большими массивами данных, это EdTech, это технологии искусственного интеллекта, которые позволяют распознавать поведение потребителей. Билайн в этом плане одна из ведущих компаний, огромные массивы данных, отличные разработчики, очень интересные технологии. Очень многие студенты, когда приходят на работу, их закономерно спрашивают, какой у вас практический опыт. А здесь мы планируем не просто проект в области цифры, маркетинга, рекламы цифровой, но и с тем, чтобы студент эти проекты выполнял для конкретного заказчика. Эта практика у нас уже есть, но мы ее хотим расширить как раз вот на этой высокотехнологичной базе. Это будет суперским плюсом, потому что очень часто многие сталкиваются с тем, то, что знания только есть теоретически, а что с ними делать, куда их применять. Начинаются внутри какие-то сомнения, то ли я делаю, как я смогу найти потом какую-то себе работу. А если это будет реализовываться уже во время студенчества, то такие практические знания, особенно если они от реальных заказчиков, это будет просто супер, если каждый сможет попробовать себя в чем-то. Для нас классный опыт. И сам Билайн может таким образом находить какие-то новые кадры для себя. Многие работодатели смотрят на то, чтобы у студента, у выпускника были какие-то уже готовые кейсы, работы, если они сделаны классно и очень красиво, то на такого человека обязательно обратят внимание. Практика действительно важна для каждого студента, и это действительно уникальная возможность познакомиться с тем, как работает креативное агентство и получить такой огромный опыт. Я считаю, что лаборатория цифрового маркетинга от Билайна дает возможность начинающим маркетологам попрактиковаться с реальными кейсами, попрактиковаться в каких-то там настоящих ситуациях, которые происходят в нашей сфере. Это не только первичная практика, это возможность дальнейшего трудоустройства, возможность дальнейшего продвижения в этой области и хороший такой трамплин. Атмосфера самой вот этой комнаты, она очень необычная по сравнению со всеми остальными кабинетами, которые у нас есть. Ты здесь находишься, тебе приходят какие-то интересные мысли на проекты, на решение кейсов, и тем самым, возможно, ты можешь найти какие-то новые пути и, в принципе, развивать свое сознание, развивать какие-то свои навыки. Очень хорошая идея, потому что студенты получают возможность как можно быстрее влиться в среду и работать более эффективно. Я горжусь, что я учусь здесь, и что это случается все при нас, и то, что есть такая возможность тоже это все попрактиковать. Это очень классно, правда. ГУ и Билайн впереди планеты всей. Добро пожаловать в лагерь.